Привет всем! Сегодня у нас 2 августа, и приехали вот в такой вот лес за грибами. Посмотрим. Такие вот осины высокие. Вроде как здесь должны расти подосиновики, подберезовики, свинушки. Надо будет тут сейчас идти и все вот это вот просмотреть. Первый грибок нашли. Вот такой маленький красотулечка. Срезаем. Чистенький. Малыш. Совсем малыш. Какой красивый. Малыш. Ну какой. Детка еще совсем. Значит, только пошли. Надо искать дальше. Меленький прям. Вот такой вот лес. Такой вот еще грибок. Большой, правда, уже, но тоже я его возьму. Так-то чистенький, хорошенький. Подосиновичек вот такой. Нашли еще вот такой вот подосиновик. Старый. Приехали в другой лес. Тут вообще ничего нету. Но лес красивый. Такой вот красивенький. Это вообще старая дорога была. До того, как построили новую. Такой лесок красивенький. Березки. Осинки. Ну, грибов тут нету. Столько много здесь и паутов, мух. Нашли вот такие вот грибочки. Грузди. Такой маленький еще. И вот еще. Еще только полез, вот такой махровенький. Вот такой. Идем дальше. Это боровик. Чистый. Или под... Не знаю, боровик, под... Да. Какой-то такой. Чистенький. Вот еще 2. Они потом синеют на срезе. Да. Чистый? Чистый. Синеют, да. Чистый тоже. Такой вот грибок. Подберезовик. Ну вот так вот, куда ни зайдем, в общем, везде все исхожено. Все хотят грибов пособирать, в общем, везде вот прям трава примятая. Поэтому вот так вот здесь 2-3 гриба, там 3-4 гриба. Такой небольшой улов. Но хорошо, что вот начинают вроде как расти грузди. Надо будет потом съездить в те места, где именно много груздей. И пособирать. Сейчас они только вот. Несколько штучек нашли, только они начинают расти. Вот такой вот вечерний уже закат, солнышко садится. Ну вот, набрали, в общем, не полное, такое ведерко грибов всяких разных.